Здравствуйте! Тема нашего урока – макросы, экспорт и импорт данных. На прошлом уроке мы упоминали такой элемент базы данных, как макрос. Макрос Microsoft Access – это средство автоматизации задач и добавления функциональных возможностей формы, отчеты и элементы управления. Макросы можно рассматривать как упрощенный язык программирования, на котором программа записывается в виде последовательности макрокоманд. Допустим, нам необходимо создать на форме кнопку с тем, чтобы можно было в любой момент создать отчет щелчком на кнопке. Достаточно поместить на форму кнопку и поставить ей в соответствии макрос, макрокоманду, которая и будет выполнять соответствующие действия. Давайте посмотрим, как создать макрос и как его использовать. Для того, чтобы создать макрос, выберем вкладку «Создание», в группе «Другие» выберем «Макрос». Появится соответствующая вкладка. В списке макрокоманд выберем нужную команду, например, «Выход», и закроем вкладку, сохранив изменения структуры. Назовем макрос так, как называется макрокоманда, то есть «Выход». Щелкнем «Ок». Мы видим, что в области переходов появился новый объект – макрос «Выход». Перейдем в режим конструктора формы и просто перетащим макрос в любое место на форме. Теперь вернемся снова в режим формы. Мы видим, что соответствующая макросу кнопка появилась. Теперь мы можем закрыть форму щелчком на этой кнопке и выйти из базы данных. Макросы могут выполнять различные функции. Их можно использовать, в частности, для поиска и фильтрации данных. Давайте создадим подобный макрос и применим его. На данной форме есть кнопка. Эта кнопка соответствует макросу. При щелчке на кнопке этот макрос запускает фильтр. И из всех записей остаются только такие записи, только такие музеи, цена билета в которых больше 100 рублей. Как создать подобный фильтр? Выберем вкладку «Создание», «Макрос». И на вкладке «Макрос» из списка «Макрокоманда» выберем макрокоманду «Применить фильтр». Выберем условия. Выберем таблицу. В этой таблице поле «Стоимость билетов» и определим, что стоимость билетов должна быть меньше 100 рублей. Окей. Закроем вкладку, сохраним изменения, и пусть наш макрос называется «Цена билета». Макрос появился в поле переходов. Теперь перейдем в режим конструктора и перетащим макрос на форму. Уточним, что этот макрос соответствует фильтру, позволяющему определить те музеи, в которых цена билета меньше 100 рублей. Перейдем в режим формы. Кнопка появилась. Попробуем применить фильтр. Щелкнем на кнопке. Действительно, всего две записи соответствуют условиям, заданным фильтром. Мы получили нужный результат. При необходимости можно импортировать данные в базу
Например, если изначально данные хранились у нас в документе Microsoft Excel, мы можем из этого документа импортировать данные в нашу базу. Можем выполнять и обратную операцию. Экспортировать данные из базы, ну, например, тоже документ Microsoft Excel. Давайте посмотрим, как это делается. В базу данных мы можем импортировать данные, можем из нее экспортировать данные в другие приложения. Щелкнем на вкладке «Внешние данные», мы видим, что здесь есть две группы команд – «Импорт» и «Экспорт». Попробуем экспортировать данные из таблицы в приложение Microsoft Excel. Щелкнув на соответствующие кнопки, мы откроем таблицу «Экспорт». Выберем имя файла и каталог, куда будет записан наш файл, и щелкнем «Ок». Закрыть. Теперь откроем тот каталог, в котором должен появиться соответствующий файл электронной таблицы. Действительно, он появился. Запустим. Откроется приложение Microsoft Excel, и там мы увидим все данные, которые мы экспортировали из базы. Итак, мы закончили рассмотрение темы технологии поиска и хранения данных на примере приложения Microsoft Access. Все полученные знания и навыки вы можете применить для создания своего учебного проекта. Давайте рассмотрим пример такого проекта. В качестве темы учебного проекта на основе приложения Microsoft Access можно выбрать создание электронного учебника-справочника. Главная кнопочная форма при этом будет служить оглавлением. Выберем один из разделов. Мы видим, что учебник содержит большое количество иллюстраций. Им удобно пользоваться. Можно всегда переходить в начало, в оглавление. Выбирать следующий раздел. Такой учебник будет полезен и самому автору. В учебнике на диске также есть примеры подобных учебных проектов, и вы можете их посмотреть. На этом наш урок закончен. Спасибо. До свидания.